Это главные новости к этому часу. Сейчас вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Сегодня компания «Август», Вурнарский завод смесевых препаратов, крупнейшее российское предприятие по выпуску химических средств защиты растений, одно из лучших в Восточной Европе. В ассортименте более 100 наименований высокоэффективных препаратов для крупных сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. Большая часть номенклатуры – собственные научные разработки специалистов компании «Август». Спрос аграриев на химические препараты увеличивается с каждым годом. Только с января отгружено свыше 12 тысяч тонн препаратов от сорняков, болезней и вредителей растений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Препараты от компании «Август» поставляются во все аграрные регионы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас наибольшие объемы уходят в Казахстан автомобильным транспортом. Крупными партиями из Вурнар отправляют пестициды по железной дороге в Новосибирскую, Амурскую области и Забайкальский край.